Друзья, всем привет! Это клуб «Рыболов Одесса», и сегодня мы снова с вами. Привозить. Вот, я тебе говорю, зайдем на привоз. Весна в разгаре. Фантастический день, тепло, зелень. Ну, как тут удержаться и усидеть дома? И, конечно же, клуб «Рыболов Одесса» и в этот раз выдвинулся на нашу клубную рыбалку. Однако сейчас мы выехали туда с семьей. Быстро собрав все необходимые снасти, мы забросили наши приманки в воду. И тут началось. Форель буквально преследовала наши приманки. Точно живая. Живая? Фантастическая форель. Класс, наши поздравления. Красавица, друзья, просто супер! Клуб рыболов Одесса, рыбачьте с нами! Супер, наше поздравление! Ее ловил и стар, и млад, но больше, конечно же, везло детворе! Клуб! Клуб! Давайте еще раз. Клуб! Сейчас! Клуб рыболов Одесса. Рыбачьте с нами. Все, давайте. Клуб рыболов Одесса. Рыбачьте с нами. О, умница. Аплодисменты. Ладошки, ладошки. Молодец. Клуб рыболов Одесса. Рыбачьте с нами. Эх ты, елки-палки, он в кадр попал. Великолепная и интересная компания. Замечательная погода, шикарный весенний день и фантастические детские улыбки сделали его просто невероятно ярким и позитивным. Фантастическая рыбеха. Клуб рыболов Одесса, рыбачьте с нами. Ну-ка, что там вам удалось, покажите нам. О, скромненький радужная форель. Прекрасно. Взяла на светлый силикон. На светлый силикон, как и по дну. Как и было трактором, запланировано тактически. Да. Трактором по дну. Ребёшку можно оставлять, правильно? Да, да. То мы дитя за хорошее поведение ставили, ну, у бабушки. Что это вот. За силикончик у вас? Это фрешлюр. Фрешлюр. Флипворм. Не знаю, этот размер не знаю. Троечка. Прекрасно, наше поздравление. Благодарю. Ах, какая шикарная форель удалась одному из наших рыболовов. Ну что ж, друзья, могу сказать от себя, сегодня рыбалка удалась на все 300%. Все рыболовы до единого остались с уловом. Володя. В этот день, друзья, форель брала практически по всему водоему, и достаточно было только забросить правильную приманку в воду. Игорь. Пойдите. Нет. Ух ты, блядь! Офигеть! Нет. Это новая форелька. Новая форель. Боже, это акула. Игорёша? Это акула просто. Это просто. Нет. Килограмм 5 точно есть. Да, серьезная так, форелька к нам откусил попалась. Откусил как раз, осторожно. Мне, откусил, он да? Не откусил, выплюнул. Все, выноси его туда. Снасть целая. Аба. Миша, главное по факту вот возьмите. Белеза до 4 грамм. Как? Это будет помогло. Офигеть. Кто-то поймал. Миша попал. Хозяйка моя. Сережа, идите туда. Там же ловить. Вот там.
Да, друзья, вот мы поймали немного форели, решили приготовить ее прямо на костре, как говорится, с пылу с жару. Михаил, ну-ка, навыки хирурга, что там у нас интересного? О, да у тебя с сюрпризом! Клуб рыболов Одессы, да, рыбачьте с нами. Так его можно второй раз использовать. Слушай, ну ложи обратно, как же мы ее выпускать будем? Мы сейчас ее будем жарить. Красавца, да, интересно, ты посмотри, подумай, вот это да. А в этот раз, друзья, некоторым из нас удалось выудить уже фаршированную форельку. Ну нормально. Да, а ты можешь? 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 Шаурма, горячая шаурма. Я думаю, знаешь, что... Сегодня больше всех отравился Петровский. Друзья, сегодняшняя клубная семейная рыбалка – это было что-то особенное. И папа получил море удовольствия, и мама насладилась шикарным видом и фантастически вкусной, печеной в духовке форелью. Шикарный вид, как по мне. Рыболов Одесса, рыбачьте с нами. А здесь, друзья, мы хотели бы с вами поделиться новой тактической находкой. Один из участников рыбалки решил форельку еще и прикормить. И как вы думаете, чем? Верно, съедобным силиконом. И уж не знаю, это ли, а может быть просто везение или наоборот умение настоящих мастеров, сегодня позволили практически всем участникам нашей клубной рыбалки взять шикарную форельку, получив массу позитивных эмоций. А пробовать свои самые новые форелевые девайсы и, как говорится, вдоволь наслушавшись самых свеженьких рыбацких баек. Клуб рыболов Одесса, рыбачьте с нами. А вот вам, друзья, еще несколько незабываемых живописных кадров с этого замечательного озера, сегодня так щедро вознаградившего всю нашу дружную компанию прекрасными уловами, радующими глаз пейзажами, а главное, подарившего нам массу радости и позитива от общения с природой в кругу самых близких для нас и родных людей. Клуб рыболов Одесса, рыбачьте с нами! Да! И, кстати, друзья, наше следующее клубное семейное путешествие уже не за горами, и буквально 4 мая мы вновь сможем вдоволь насладиться общением в кругу друзей и наших самых близких на нашем любимом форелевом водоеме. Предварительная регистрация на рыбалку, как всегда, друзья, в клубе Раскидайловская, 38. Добро пожаловать!